Пока в наш город вновь не пришла дождливая погода, множество горожан ежедневно проводили время на пляже. Загорали и, конечно, купались. При этом, как мы сообщали ранее, ни один из городских пляжей официально не был открыт. Как сообщил директор пляжа Старый Бердск, самого многолюдного в нашем городе, 10 июля специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды. В минувшую среду пришло заключение – вода для купания непригодна. Там превышение, как вам сказать, острокишечная палочка, я так понял. То есть, если человек глотнет, то в туалет побежит. Жалоб не было. Единственное, знаете, кайтингисты, вот у меня кайтингом занимаются, они же в воде-то постоянно. Они говорят, у нас и глаза чесались. Вот единственный момент. Но это не связано, опять же, с этим. Не должно быть связано. Вот это вот превышение вот этой палочки, я так понимаю, действует на пищеварительную систему. Также Иван Криницын сообщил, что о сроках повторного анализа пока неизвестно. В данный момент на пляже везде развешаны таблички, уведомляющие, что купание запрещено. Доступ в пляжную зону по-прежнему свободный, а купаться или не купаться каждый решает для себя сам. Ведь работники пляжа не имеют полномочий вытаскивать из воды решивших поплавать граждан.